Бесконечной казалась эта война, искалечившая судьбы родных и близких, забравшая жизни сотен сыновей Белоруссии. Но и ей пришел конец, оставив на десятилетия боль утраты, осознание бесценности человеческой жизни, трепетное отношение к сохранению памяти о своих героях. В Белоруссии не ослабевает память о тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой интернациональный долг. Значение ратного подвига солдат и офицеров за эти годы мы стали понимать еще яснее и глубже. Все дальше уходят от нас военные события того времени. Только сейчас, спустя 30 лет, глубина осознания всего ужаса, который пришлось пережить молодым бойцам, выполняющим свой долг, заставляет нас не забывать о ратных подвигах, недолюбивших, недоживших, не вернувшихся с той войны. Зная историю этих войн, зная историю своей земли, сохраняя память о этих людях, которые погибли, защищая свою родину, выполняя приказ, свой долг, любой воинский, гражданский долг, мы продлеваем жизнь этих людей, продлеваем память. Ко дню памяти героя в средней школе номер 13 города над Бугом было приурочено и еще одно мероприятие – финал первенства Ленинского района по волейболу среди девушек, посвященное памяти Валерия Хована. Представительницы прекрасного пола продемонстрировали захватывающую борьбу за лидерство и разыграли призовые места. Команда гимназии номер 1 нашего города завоевала первое место. На втором оказались представительницы областного лицея. Третье и четвертое досталось командам средней школы номер 17 и средней школы номер 32. А вот пятое и шестое – средней школе номер 16 и средней школе номер 13 соответственно.